По программе «Социальная ипотека» в Доме правительства Московской области вручили сертификаты на жилье медицинским работникам. Помимо врачей, в этой программе участвуют молодые специалисты, учителя, воспитатели и тренеры. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что среди получателей сертификатов были 9 медиков из Одинцовской областной больницы и подчеркнул, что региональная программа «Социальная ипотека» – важнейшая составляющая в вопросе сбережения кадров.